На телеекрані йому досить легко вдалося створити образ веселого, безтурботного, але в той же час гострого на язик судді. Танцюристи, яким хоч раз пощастило попрацювати з ним як з хореографом, від нього у захваті, навіть не дивлячись на те, що у танцкласі дуже суворий і вимогливий. До танцю до життя в цілому ставиться по-філософськи. і на всі 100% впевнений в тому, що нічого неможливого не буває. Костянтин Томільченко сьогодні у нас у гостях. Добрий вечір. Добрий. Костянтин, ви хореограф, режисер-постановник. Тепер я можу ще додати до цього ведучий. Талант шоу. <рес> <рес> для <рес> вас це така нова... Так, для нас ви в цій епостасі нові. Что вам было еще? <свят> Ведущий. Ну, это, конечно, сильно сказано. Ведущий. Я просто так как бы был партнером Димы Танковича по съемкам. Ну, если, так, если честно признаться, потому что для меня это была абсолютно новость, абсолютно новая новость, и я для себя внутри сначала был очень против, потому что я не считаю себя ведущим, для меня это как бы немножко чуждо, но решил попробовать. Так как я, в принципе, рискованный человек, я люблю какие-то эксперименты, какие-то э, новые эксперименты над собой, поэтому решил, э, решил попробовать. Почему бы э, вот, не, не вкусить этого хлеба, хлеба ведущего? Как это, что это, как я буду себя чувствовать, как я смогу э, донести, рассказать, как я могу быть в телевизоре. То есть э, для меня это был эксперимент. Вот, в принципе, и все. А на, дам, на данном этапе это просто хобби э, и... В принципе, какие-то выводы я для себя сделал. Ну, скажем так, чисто в таком в дружеском кругу я, наверное, могу что-то вещать, рассказывать, быть э, ведущим. Но на телевизоре для меня это как бы ну, вот, второстепенное. Я лучше буду там, заниматься прямой своей деятельностью, хореографом, режиссурой. То, что мне больше вот, Слушай, по душе. Это намного ближе. Я его больше чувствую, и мне это импонирует больше. А ведущий это как бы вот эксперимент. Хороший он, плохой, это не мне решать. Ну, в роли судьи одного из талант-шоу, да, складывается такое що э, вражение, что вы, знаете, у вас образ такого доброго, такого компанейского, а -а -а. такого судьи. Але кажуть, что -э, поза кадром и в жизни, и на тренированиях вы можете быть таким дуже серьезным и вымогливым. Так, я, в принципе... Это образ, чи насправді це частина вашего життя? Вы такие. Нет, я такой. То есть, я бы не сказал, что я даже в, 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 как судья, я всегда добрый и положительный. Нет, я могу сказать правду. И вообще стремлюсь говорить правду людям, которые в данном случае танцорам, э, э, которые выходят, которые танцуют, которые что-то не выкладывают, не договаривают, не могут, слишком о много о себе думают или еще что-то. То есть я пытаюсь сказать правду. Поэтому для меня это прежде всего... А яка вона буде сладка это горька, це вже як прийме человек. Ну судівство це ж не тільки говорити, тільки хороше. Інколи треба відмовляти, казати Конечно. ні, ви не проходите далі. Вот, смотрите, а, а якщо, наприклад, а якщо там десятка кращих, даже кращих з кращих, все краще, і, треба, да, і треба відмовляти. Це да, найсложне. Более того, есть история такая, что у тебя есть любимцы, то есть люди, которые тебе понравились уже, и они тебе больше импонируют, тебе больше нравятся. Ну, то есть они близки тебе по духу, ты их понимаешь. А так как у нас у жюри мнения разные, у судей, мы по-разному ценим там некоторые вещи. Поэтому тут возникают э, мини-конфликты, mm -hmm. нормальные истории, человеческие. Кому что больше нравится? Кому кто больше припал вот до души? И, и, э, э, я считаю, что это нормально, это даже интересно, за этим интересно наблюдать, в этом интересно как бы жить. Вот. Поэтому есть, конечно, телеканал, есть непосредственно требования самого шоу, от которых мы просто не можем уйти. Есть определенные рамки, в которые мы должны вписываться. И мы, в принципе, учитывая это, пытаемся как-то э, смотреть на это все. Не так болезненно. По философски. По, -по, По философски. А с точки зрения жизни, да, я очень требовательный на репетициях, я очень требовательный к артистам, я четко знаю и четко понимаю, вот я сам артист, я был на сцене, я знаю, что это. Если ты не любишь свое дело, лучше не выходи на сцену, не занимайся этим. Только с любовью ты можешь это делать. И если ты сам себе предаешь, если ты сам себя обманываешь, то лучше этим не заниматься. Ну, займатися чим другим. Ви сказали, що ви дуже ризикована людина і любите творчі експерименти. Зараз хочу поговорити про ваші постановки: такі глобальні постановки. Це барон Мюнхгаузен. 2010 року, да, да? і в цьому році це вартові мрії. Угу. Туж та тотальна постановка глобальна, постанов... глобальна да, така тотальна постановка. Коли до нас у гості приходив е... Діма Ш... Шуров, піанобой. піанобой, так він теж руку приклав до музичного оформлення. От і він сказав, що е... 19 грудня він сказав, на два тижні наперед, квитків вже немає. Да. Це свого роду був, мабуть, дуже великий ризик. В одному з інтерв'ю ви сказали, що постановка барон Мюнхгаузен це для вас як подорож. Вам е, треба було самому майже все робити: музика, артисти, костюми, постановки, репетиції, все. все Це, що у вартових мрій, воно така досить тотальна. Ну, я чесно, можу повторитися, що любая постановка це як путешествия в сказочний мір, в мір, в внутрішній мір. в, мир знакомств. Неважно, любой человек, который он, там, пишет музыку, снимает кино, пишет стихи, неважно. Это всегда путешествие. Всегда ты отправляешься по волнам куда-то, куда они тебя принесут, куда тебя принесет эта лодка, непонятно. Поэтому у нас есть, как бы, была к нам конечная цель, это конечная цель подарить что-то интересное на Новый год, что-то интересное на Рождество нашим людям. Вот наша была конечная цель. Какую-то сказку. Действительно сказку, которая была бы интересна не только для детей, но и для взрослых. Потому что посмотрев э, в предыдущий год, я посмотрел, специально походил на шоу, которые были у нас в, в Украине, ну, было печально. Ну, реально печально. Мне как взрослому человеку было неинтересно смотреть. А я хочу, потому что я прихожу с ребенком, я хочу вместе с ним э, что-то посмотреть. Не, не втыкать в телефон. И не думать о том, когда это все закончится, а что-то интересное. И плюс мне мне жалко детей, которым дают вот эту пищу. Хочется, чтобы пища была э, интересная, чтобы она была увлекательная, чтобы она была со смыслом, чтобы она была чему-то учила. Нельзя делать творчество ради творчества. Надо, чтобы оно чему-то учило, вдохновляло, окрыляло, что-то хорошее, неважно, там, доброе, противо, какое-то противоположное, но оно должно что-то нести. И если по сравнению с бароном Мюнхаузеном, то, конечно, в этот раз было э, проще. Проще, потому что э, были люди, на которых можно было опереться. Те же люди, которые там, шили костюмы, э, делали грим делали графику, хореографы, постановщики, на которых я положился, и сейчас я просто занимался больше режиссурой и направлением всего спектакля. Ребята, которые там ставили хореографию, делали иллюзию, разрабатывали собственные образы. У нас, например, главные герои это были кот и ящер, это были участники первого сезона танцуют все. Это Максим Пекный и Женя Кот, и они сами самостоятельно работали над своими ролями. То есть в этом плане я наконец-то почувствовал, что есть команда. Что есть команда творческих людей, единомышленников, которые, на которых можно опереться. А. Вот, честно говоря, вот, вот с такой командой можно, например, там, собрать всех в, вновь в ковчег и mm -hmm. плыть очень-очень далеко. А идея где Сабы идея? Мы, э, мы собрались, вот, говорю, что вот я пришел с, мы с, э, с идеей, давайте сделаем зимнюю сказку. Что-то интересное, э, родное, не знаю, там, теплое, того, чего не было. Мы собрались с творческим коллективом, у нас были хореографы, да, то есть там четыре человека, и плюс еще мы подключили Талонищук, это э, главный сценарист э, телеканала СТБ. Мы все вместе дома просто собирались у там у, у ребят, у меня, mm -hmm. мы собирались и писали сценарий. Мы решили, что нам необходимо сделать свою уникальную историю. Давайте вы, ее напишем. Надо выгадали своих персонажей да и ну. в жизни и в природе наясную не, не ну коты яснуют. чё ну коты так коты да например там ящеры тоже но это ящер такой больше был он такой был меха... да но он был такой более современный механический то есть биомеханика такая то есть ну, в тенденции со временем да мы выдумали там роготигров, которые все обзывали козлами и баранами это нормально не козлы бараны потому что они рогатые и прыгают по скале естественно что дети а козлы прыгают или бараны но это рогатигры. Рогатигры. Мы их таких выдумали. А вы еще внесли такой элемент спортивный. Вы получили тогда батут и стрибки на батуте. На самом деле мы помимо, вот если отличительно от Барона Мюнхгаузена, Барон Мюнхгаузен был сугубо танцевальный. То есть он, это было танцевальное мюзик-шоу. Э, да это было уже синтез, синтез жанров, здесь был и танец, и цирк, цирковое искусство, здесь была и трапеция, и ткани, и, и пилон китайский, и, естественно, батут. Поэтому здесь это такая полижанровая уже история была, мне нравится это, я люблю это, и хотел вот действительно в сказку внести элементы цирка, потому что цирк для меня это немного что-то не от, ну как, это трюк, это он завораживает, он может перенести тебя в немножко в другое пространство. И поэтому сказка это немножко другая, параллельное пространство, нежели наш реальный мир. И поэтому, в принципе, на этом все и строится. Знаете, в на... цирку э, Десулей есть даже такой выступ э, акробатичный, там стрибки на батуте. И когда я посмотрела элемент, с вашего шоу, мне так здалось, що что еще что-то схожее. Очень много. Все, все элементы, в принципе, в цирке, они, они похожи. Любую цирковую постановку взять, любого цирка, они переплетаются. То есть ничего удивительного, там, уникального в плане там есть возникают новые жанры, но очень редко. Все зависит от того, насколько ты это сделаешь профессионально, насколько это будет зажигательно, насколько оно будет поддержано историей. То есть, что мне нравится, что э, в этом шоу мы смогли вплести цирковой жанр как часть истории. Вот есть история маленького мальчика, э, там, э, э, сироты мальчика, который окунается, который спасает Рождество, который э, начинает верить в это Рождество. Э, э, и вот э, Цирк сам по себе трюк, он был вплетен как э, драматургическая линия. Вот это мне больше нравится, потому что чаще всего у нас цирк это э, дивертисмент, это набор номеров, которые в принципе в определенном атмосфере просто происходят. Здесь мы постарались его подтянуть под историю. Вот. если у нас ящер, если у нас антигерой ящер, то, например, китайский пилон, его приспешники, они как бы являются частью, частью этой истории, частью этого образа. Они а как продолжение его эго. И поэтому это, это намного интереснее. Костянтин, вы задоволены работой, своей работой как режиссера-постановника? Вы все же хореограф. Ну, а так, это... Э, почему? Нет. Дело в том, что для меня это очень, очень переплетено, для меня это как э, такое вот ну, одно и то же. Дело в том, что режиссер, э, постановщик, я пытаюсь увидеть все это через хореографию, через пластику. В этом и есть разница между режиссерами, которые ставят драматический театр, и режиссерами, которые ставят пласти пластический театр. Э, я думаю пластически. Я люблю, я думаю, вообще ну как бы веду историю через пластику, через пластику тела, поэтому я напрямую связан с хореографией. Я по-другому ну пока как бы, не могу мыслить. Я мыслю пластикой, поэтому для меня хореография и режиссура это одно и то же. Я их не разделяю. А как режиссер я в принципе хорошая работа, достойная. Скажем так, это следующий этап к следующим каким-то мирам. Я думаю, що більшість людей змогли оцінити цю роботу, бо дуже багато людей відвідали цю постановку, подивилися. От у них надай спрашувати. Це... Дуже багато коментарів, всі так. тільки схвальні. Що ж, ми очікуємо. Вже очікуємо наступного нового року і наступної вашої роботи. Якось тотально. Да, це можливо буде щось таке більш феєричне, і ви більше 3D, більше ще більше, куди ще що більше? Так ще більше. Ми вимагаємо феєричного шоу, а глядач. Він да, нет, да, да. Зритель, вот как-то даєш много. Знаєш, палец даєш і локоть відкусить. Більше, більше. Да, більше. Все. Я дякую вам, гарного вам вечора. <гум> і творчих планів, щоб все збувалося. Дякую вам. Дякую вам.